1 августа 1914 года. После убийства Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, Германия объявила войну России. Союзная ей Франция также готовится к боям. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них был и Карл. Через пару дней после высылки Карла войне показалось мало, и она забрала Эмиля. С тяжелым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Сен-Миэль. Как и многие другие, он мог только гадать, что ждет его впереди. Дорогая Мари, мы все ближе к Парижу. Странно, но обстановка тут очень веселая.
Надеюсь, урожаем все хорошо. Соседи помогут его собрать. Они очень добрые и отзывчивые люди. Напишу, как только получу назначение. Поцелуй за меня внука. На вокзале в Париже, пытаясь попасть к своему полку на платформу 21, Эмиль встретит того, с кем будет сражаться бок о бок. Человека, который станет его лучшим другом. J'aime pas la piclate, moi. Faites-moi un petit canon blanc. Oh. Ah. Mmh. Oh, ma bouteille, hein. Oh, ma besaille. Elle tourne, qui est trop fort. Oh, mon, il a été rigolo. Oh. Thank you very much. I'm free. Where are you from? Who are you, Lizzie? Good luck, my friend. 21 августа 1914 года. Полк Эмиля был направлен в бой против 71-й германской дивизии барона фон Дорфа. Первоначальный восторг быстро сменился неизбежным страхом перед первым боем. Мадмуазель Шайон, рядовой 150-го пехотного полка Эмиль Шайон, 21 августа был ранен противником и после этого захвачен в плен. Надеемся, он скоро сообщит вам о себе. Фредди, гражданин Америки, записался добровольцем в армию Франции в самом начале войны. За его показной отвагой таилась лишь пустота, оставленная войной. Фредди хотел лишь одного – наказать тех, кто сломал ему жизнь.
Во время битвы на Марне Фредди наконец отыскал следы того полка, которым командовал барон фон Дорф. Долго! Oh.
sir. Go! Where the hell? Ich fordere den gelähmten Alster! Knüpft den Alicht dem aus! Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншей и туннелей, который станет одним из символов Первой мировой. Полк Карла отступил в окрестности Нёв-Шапеля. Именно там находился в плену Эмиль. Schleppt der Witter am Honk! Kämpf runter nur! Дорогой папа, мы живем в атмосфере неизвестности. Немцы используют жителей Сен-Миэля для защиты от французских бомб. Надеюсь, в плену добры к тебе, и рана уже зажила. Внук тебя целует, шлю тебе его фото. Люблю и очень жду ответа. Adieu, Karl. Bergmann, ran! Swobelebrack! Aber zack, zack! Ugh.
Allez. Yeah.
Хватит, убей! Британские войска продолжали атаковать Нёв-Шапель. Их следующей целью был Порт-Артур. Merci, mon ami. Du Regner. Carl Louis von Dorf. Yeah, komm. Среди бесконечной череды атак и контратак Фредди и Эмиль искали выпри неуловимого барона и его полк. Второго апреля 1915 года немцы впервые использовали в бою газ. Merci, Wright. C'est bien, c'est bien. Get out of here, boy. What? Up here. Yeah.
What? Hey, what? Thank you, my friend. Can you help? Don't worry. Thank you.
Анна родилась в Бельгии. В Париж она приехала учиться. Ей почти удалось отыскать пропавшего отца. Судьба была благосклонна. Все они двигались в одну сторону. Но на подходе к Вими их заметил германский отряд.